Раньше в России существовали только автомобильные премии. Теперь же появился и конкурс для мотоциклов. А почему бы и нет? Рынок двухколесной техники стремительно растет. Выбирать лучшие модели стало интересно. В этом году на российский рынок, только в этом году, вышло порядка 100 новых моделей мотоциклов. И мне кажется, очень важно хотя бы для себя понимать, наши жюри между собой выработать какой-то консенсус, а кто же все-таки лучший. Номинантами первой российской премии «Мотоцикл года» стали более 80 моделей, разбитых на 14 категорий. Причем организаторы сразу же предусмотрели два специальных класса, которые поспособствуют популяризации электрических байков. Ведь в отличие от автомобилей, мотоциклы на батарейках только-только начинают появляться в России. Производители перед тем, как вывести на российский рынок новую модель, они 10 раз думают, взвешивают и сюда везут только очень популярные модели или модели, которые должны быть популярными. Нишевые мотоциклы, которые рассчитаны на узкий круг покупателей, к нам, к сожалению, не приезжают, поэтому так или иначе мы выбираем из довольно популярных моделей, из таких мировых бестселлеров. По правилам премии, на победу в своих номинациях могут претендовать мотоциклы, поступившие в продажу в уходящем году. И примечательно, что в шорт-лист попали не только совершенно новые модели, но и те, что пережили рестайлинг или всего-навсего обзавелись дополнительными опциями, сменив модельный год. Например, в нынешнем году несколько мотоциклов, уже существовавших, получили систему адаптивного круиз-контроля впервые. И я считаю, что этот внешний мотоцикл тот же самый. Но это большая революция и большой шаг вперед для всей индустрии, поэтому, конечно же, эти модели мы считаем новыми. Выявлять лучшие мотоциклы предстоит профессиональному жюри. В него входят профильные журналисты, блогеры и эксперты отрасли. Строгой системы оценок нет. Каждый выбирает фаворитов, исходя из личных предпочтений. Очень приятно, что такая премия существует. Нашу компанию пригласили, в эту премию. Мне будет очень интересно послушать экспертов все-таки с точки зрения технических оснащений и так далее. Со своей стороны я буду делиться всем своим богатым опытом. Меня пригласили, я заинтриговался как-то. Я буду мотоцикл года выбирать. На мотоциклах на многих покатался, поэтому опыт некоторый есть. Итак, шорт-лист объявлен. Осталось определиться с победителями. Какие мотоциклы станут лучшими, мы узнаем совсем скоро. Торжественная церемония награждения состоится 31 октября.